с каждой акцией число участников становится все меньше, а должно быть, по идее, наоборот. Я чудо-оружие. Понимаете, меня должны были охранять, просто беречь, как зеницу ока. Видимо, на фоне таких резких изменений в моей жизни, ну, там начались большие проблемы. Я Валерий Пенёв, обозреватель телеканала «Лен-ТВ-24». Моим собеседником на этот раз стал известный журналист Кирилл Вышинский. Встречу с ним помог организовать член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров. Журналист представил свою книгу «Жизнь напротив тюрьмы». 450 дней Кирилл провел в заключении в украинских СИЗО. За него заступались правозащитные организации. Его судьбу обсуждали лидеры мировых держав. В Россию Кирилл приехал в рамках обмена по формуле 35 на 35. Москва, в числе прочих, отдала Киеву Олега Сенцова и 24 украинских моряка. Но каково это было для самого Кирилла Вышинского переехать в Россию? Он родился на Украине, всю жизнь прожил на Украине. Для него это был тяжелый выбор. Но, впрочем, слово собеседнику. Казалось, что это такой как бы народ, восставший против поработителей. Что потом выяснилось? Выяснилось, что это, как у нас шутили, ну, правда, шутили по поводу первого Майдана, но на самом деле ничего особенного, большой разницы не было. Это заговор миллионеров против миллиардеров. То есть олигархи средней руки, вот каким был, например, Порошенко или Яценюк, или те, кто был рядом с ними, значит, пытались отнять власть у тех, кто в то время, у так называемых донецких, да, у тех, кто был в то время при власти. Но это как бы такой первый украинский срез, а на самом деле, конечно, это был такой большой проект при поддержке американского посольства и послов европейских государств, цель которого была вообще, на самом-то деле, была развернуть Украину от Евразии к европейскому рынку, так сказать, втянуть европейское сообщество. У этого события, у Майдана, было несколько слоев. Был слой, который видели в телевизоре и в интернете, в соцсетях. Был слой внутриукраинский и был слой геополитический. И это такой как большой слоеный пирог, когда начинаешь всю, ну, как вот сверху, да, через крем в тесто и вниз к самому нижнему слою, то, наверное, как и вглубь земли. Вот чем глубже, тем ужасней. Да? Потому что когда открывается, ну, реальная подоплека всего произошедшего, то, ну, становится не по себе. А с другой стороны, понимаешь, насколько все это цинично и прагматично делалось. Да, мы писали о событиях в Крыму, но о них тогда не было людей, которые не писали. То есть, ну, невозможно, когда в стране происходит такое, об этом не писать. Об этом писали все. Да? Причем мы давали, мы очень внимательно следили за балансом, за главным журналистским принципом. Значит, у нас были разные точки зрения. Даже комментарии по поводу крымского референдума 2014 года мы давали по принципу один в один. То есть один комментарий политологический положительный, другой отрицательный. Для того, чтобы читатель мог выбрать что-то для себя и сформировать свою точку зрения. Ще на два місяці під вартою залишив Херсонський суд головного редактора РІА Новості Україна Кирила Вишинського. В тюрьму, наверное, попадают очень наивные люди, особенно если это речь идет о политике. Я никогда не предполагал, что это может решиться так просто. Как, знаете, как ты думаешь, что ты там условно будешь фехтовать на рапирах, а тебя просто бьют ломом по голове сзади. Произошло примерно то же самое. Но вот в одно прекрасное утро просто пришли сразу к уголовным делам. Ко мне, ну, было понятно, что это был май 2018 года, и начиналась предвыборная кампания Порошенко. И ему нужны были, ну, во-первых, ему нужна была антироссийская кампания, на которой строилась его предвыборная кампания с этими тремя тезисами. Там, армия, мова и вера. То есть армия, язык и вера. Вот на этом фоне необходимо было показать, что есть вот российская пропаганда, и вот она живая, вот человек. Причем, что самое во всей этой истории для меня было неожиданным, это то, что первыми там меня обвинили в пропаганде и начали активно муссировать идею моего обмена люди, с которыми я когда-то работал.
коллеги, с которым я еще начинал в свое время в Днепропетровске. С тюремной медициной было не очень хорошо. Там резко сократили все ставки. Значит, был фельдшерский пункт, в который раз в неделю приходил врач. А у меня была там застарелая травма неврологическая. Вот. Ну и, видимо, на фоне таких резких изменений в моей жизни, ну, там начались большие проблемы. Когда нужно было бы сделать какое-то обследование, меня должны были вывозить за пределы тюрьмы, а это для СБУ большая головная боль, значит, поскольку, ну, они, видимо, подозревали, что меня там будут отбивать, я не знаю, ну, батальон десантников Псковской дивизии, потому что они этого боялись, не знаю, или то, что Черноморский флот войдет там в Усть-Хирс, куда-нибудь там встанет на рейде возле Херсона. Ну, в общем-то, в итоге меня неохотно возили в больницу, а когда возили, то это выглядело... То есть меня за один день 3 раза свозили в больницу, только на 3-й раз провели то исследование, которое было необходимо, и меня осмотрел врач. Вину признаете, и тогда вы пойдете по сокращенной процедуре, значит, вас быстро суд осудит, и президент вас помилует. Я говорю, а что я должен признать? Ну вот то, что у вас там в обвинительном акте. Я говорю, у меня в обвинительном акте написано, что я при помощи 72 статей, опубликованных на подконтрольном мне сайте, которые даже я не писал, просто они были опубликованы на подконтрольном мне сайте. Так это звучит в обвинительном акте. Значит, я планировал полностью разрушить суверенное государство Украины, организовать его поглощение Российской Федерации при помощи 72 статей. Я чудо-оружие. Понимаете, меня должны были охранять, просто беречь как зеницу ока, потому что 70 с лишним статей, все, нет страны. Ну и что, вы думаете, я это буду признавать? Ну, я похож на идиота. Ну, вы же понимаете, что это политическое решение, значит, это компромисс и так далее. А иначе ваше дело будет тянуться годами. Ну, хорошо, пусть тянется. Вот этого здесь в России, слава богу, нет. Никто не может надавить извне и раскрыть зонтик над незаконными акциями. И это, по-моему, кажется мне самое главное, и это и есть, наверное, суверенитет, реальный суверенитет, когда вы не можете и не хотите, и не даете никому вмешаться в ваши внутренние дела. Особенно, когда это касается внутреннего законодательства. Но если число с каждой акцией, число участников становится все меньше, а должно быть, по идее, наоборот, по технологии. Как бы она должна разрастаться, все больше и больше людей втягивать, как такая воронка, да, в которой, значит, как бы, льется вода, закручивается, и поток должен увеличиться. А здесь нет. Поэтому эти штуки здесь не работают. Хотя, повторюсь, что все очень, как бы, знакомо, понятно и узнаваемо. И все эти, так сказать, там и фонарики, и цепи, и молодежь, и студенты, которых вовлекают в первую очередь, и провокаторы, которые нападают на сотрудников полиции, ОМОНа и так далее. Все, как бы, ну вот просто смотришь на картинку, если титр убрать, ну, все это я уже видел. Он очень непростой, этот выбор внутри меня. Это, наверное, самый сложный вопрос, на который я, как мне казалось, одномоментно когда-то для себя ответил. Потому что я для себя в какой-то момент сказал так, что да, у меня есть родина. Украина, где я родился, где я вырос, где я прожил больше 50 с лишним лет. Ну, больше 50 лет. Но у меня есть отечество. Это отечество России. То есть это страна, которая в какой-то момент заступилась за меня, как за своего гражданина, как за журналиста. Даже не в этом дело, там, журналист или нет, как за своего гражданина. И в этом смысле я понимаю, где мое отечество.